В Ленэкспо состоялась выставка «Современная медицина. Время импортозамещения». Здесь свою продукцию представили 25 предприятий. Василий Островский район на выставку современной медицины разработчики медицинского университета имени Мечникова привезли компас. Телесистема позволяет врачам оперировать пациентов, находящихся в любом городе мира. Нашим производителям в первую очередь не хватает, конечно, рекламы. И второе, конечно, что это политика ценообразования отечественного продукта. Потому что у нас приходит ряд предложений, на наш взгляд, с завышенными ценами. На выставку «Время импортозамещения» свои работы привезли 25 научно-исследовательских институтов и производственных объединений со всей России.